В нашем сегодняшнем видео мы расскажем о том, как можно избавиться от муравьев, атаковавших ваш приусадебный участок. Натуральные средства не способны устранить этих вредителей с вашего огорода за один раз, на это потребуется некоторое время и терпение. Зато такие способы будут абсолютно безопасными для людей, животных, полезных насекомых и самих растений. Муравьиное гнездо следует выкопать на максимальную глубину, переложить в ведро и вынести как можно дальше, за пределы участка. Место бывшего муравейника при этом нужно обработать поваренной солью или табачным пеплом. Во время работы необходимо использовать защитные средства. Сделать в муравейнике небольшое углубление и залить в него пару литров бензина. Резкий запах отпугнет вредителей, и они уйдут в поиски нового места своего обитания. Для усиления эффекта на дорожках, проложенных муравьями, следует также разложить отрезки ткани, смоченные в этой горючей жидкости. В литровую бутылку с водой добавить несколько капель березового дегтя, хорошо взболтать и опрыснуть полученным раствором места обитания членистоногих. В кипяток влить растительное масло и несколько капель камфоры, обильно обработать этой смесью весь муравейник. 100 мл жидкости для мытья посуды развести в 10 литрах воды и тщательно опрыскать места обитания насекомых. 1 столовую ложку сахарного песка и 1/3 чайной ложки буры разводим в воде и поливаем муравьиные дорожки. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.